Екатерина Архарова объявила о поиске мужа, Артема Илясова, пропавшего 26 января. Актриса рассказала, что последний раз ее супруга видели в субботу вечером выходящим из ресторана, находящегося недалеко от станции метро «Киевская» в Москве. Мобильный телефон Илясова выключен. У меня случилось несчастье. Пропал муж. 26 января, в районе 19:00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна», улица Можайский, вал, 6, и не вернулся. «Где-то в это же время я его слышала последний раз», — рассказала Екатерина. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Актриса бросила клич в соцсетях с просьбой помочь отыскать ее мужа. По словам Екатерины, Артем пропал бесследно. Никто в окружении пары не имеет данных о том, где может находиться бизнесмен. К его поиску уже подключились друзья и коллеги. Екатерина рассказала о том, в какую одежду был одет Артем в тот вечер, когда его последний раз видели. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно-сиреневый шарф, как на фото справа, и такая же шапка. Ездит на джипе BMW 5. Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите, пожалуйста. Любая информация может быть ценной, написала Екатерина на личной странице в соцсети.